На сцену Мариинского национального театра драмы имени Шкитана вернется «Летняя ночь». Музыкальную комедию по пьесе Николая Арбана покажут под аккомпанемент Оркестра народных инструментов «Мари Кундем». Партитуру подготовил Алексей Волков, партии для исполнителей Светлана Юндукова. Первые совместные репетиции оркестра и артистов начались в августе. Всего в постановке прозвучит 25 композиций. Кстати, это уже шестая постановка «Летней ночи». Впервые ее в Национальном театре показали 75 лет назад. По словам режиссера музыкальной комедии Романа Алексеева, на этот раз постановка будет соответствовать практически всем замыслам автора пьесы. В этом во многом поможет оркестр «Мари Кундем». Это живое исполнение, так как оно задумывалось автором Николаем Арбаном. Автор достаточно знаменитый, он не одну пьесу написал. Но вот в череде всех пьес и постановок, которые были в нашем театре, «Кингежит» занимает особое место. Вот это желание радости, желание счастья, вот это юмор, который присущ Николаю Арбану. И надо сказать, что он человек музыкальный, он сам играл на виолончели, он был хореографом-постановщиком в своих спектаклях. В комедии показаны послевоенные годы, лето 46-го. Жители одной из марийских деревень радуются миру, смотрят в светлое будущее и возрождают культуру своего народа. В постановке раскрываются отношения между поколениями, затронута и любовная линия. Добавлю, «Летняя ночь» считается первой марийской оперетой. Премьера обновленной музыкальной комедии запланирована на 18 и 19 ноября.